Опасно. Давай. Раз, два, три. Не фотаешь вообще, нет, я улечу. Все, попробовал. Алло, это подстав? Связь плохая? У тебя есть там? У меня есть, много подстава. Сегодня мы возьмем интервью у нашего самого одного из вторых посетителей и зарегистрировавшихся на подставе. Это у Насти. Шутка, это у Саши. Да. Зашибись вообще. Да. Нас пырит всех, да? Пырочка, пырочка. А что вас интересует? Жека, Жека Гайстер снимает видео, потому что он снимает для фрештапа. Фрештап. Это вы увидите на фрештапе. То есть вы уже это видите, потому что вы сейчас зашли в этот блог и увидели. Дай ему микрофон. Позвони мне. Позвоните мне, пожалуйста. Позвоните. Позвоните фрештапу. А мне нужен фрештап. Да? Да. Набирайте www.freshstuff.com. А кто на связи вообще? На другом конце провода кто? Много фрештапа. Прием, прием. Да, это фрештап. Это фрештап. Мы разговариваем с фрештапом. У нас на связи фрештап. Кто у нас ответит? Трубку? Это... Рейзерс Влад. Влад Яныченко. Это Гайстер. Вы слышали о нем. Надо веревку и два стаканчика, и переговаривать. Тихо, тихо. Вы едете палево, к нам. Палево.